знали, что будет тяжело. Легких игр не бывает. Сейчас любую команду не обыграешь просто так. Эта команда очень организованная, с хорошей самоотдачей, хорошей игровой дисциплиной. Практически не оставляла свободных зон между линиями и за спиной, и нам было очень сложно вскрывать. Когда вся команда соперника на своей половине обороняется, очень тяжело за счет индивидуальных каких-то качеств можно обыграть или быстрый переход из обороны в атаку. К сожалению, мы этот мяч доставляли на чужую половину очень долго. Было очень много промежуточных передач, и соперник успевал сгруппироваться. Важно было забить гол, чтобы после этого соперник раскрылся. К сожалению, мы не смогли, но, к счастью, все-таки он этот пришел, долгожданный гол. Мы очень рады победе. Спасибо всем ребятам за работу и болельщикам за поддержку, потому что всегда, играя дома, мы чувствуем эту поддержку, и она очень сильно нам помогает.